Видите, мы сейчас с вами стоим, здесь на улице беседуем, да? А с утра сюда приезжала уже СБУ, сюда приезжала Цуканова, представителей. И видите, там у них срочно санитарный час начался. Вопросы начали подниматься по инициативе жителей Корабельного района. Не только, значит, работников завода, это территориальная громада Корабельного района, значит, начала поднимать вопросы, защиты, почему не защиты, работают предприятия на территории нашего района. Завод «Океан» будет работать в ближайшее время. Вот, по инициативе общественности Корабельного района, жителей района, сейчас будируется вопрос о том, чтобы все-таки собственник зашел на предприятие и, значит, власть проявила свою волю. Сегодня один из вопросов. Мы начинаем набор людей в свете нового контракта, который должны будут подписаны в мае-июне месяце. Контракты это первые, которые пойдут у нас на заводе. Это металлообработка и изготовление металлоконструкций. Как судовых, так и строительных. Сегодня мы уже должны, учитывая, что картотека наших рабочих пропала, предыдущий управляющий Новинский все это дело и сделал за дело кадров, и мы сегодня, к сожалению, даже не знаем, какие люди, где и на каком свете находятся. Поэтому с сегодняшнего дня мы объявим общественную приемную, будет сидеть, находиться наш человек по двум вопросам. Один вопрос это по данным анкетным и специальность какая, какой контактный телефон и когда человек сможет приступить к работе на заводе. Момент, который мы до этого освещали, очень много неразберихи идет задолженности по заработной плате. Поэтому обязательно в эту приемную надо будет приходить с какими-то остатками документов или какие есть документы по задолженности, чтобы можно было начинать делать сверку, аудит и уже ставить перед собственником вопрос о выплате и какие сроки задолженности по зарплате рабочего. В первую очередь, конечно, будет рассматриваться рабочий. Я в прошлый раз говорил, на пресс-конференции говорил, сейчас повторюсь, что те долги, которые были непосредственно людьми заработаны, деньги, конечно, будут уплачиваться в первую очередь. Сейчас будем делать все. Поддержка общественности нужна для того, чтобы власть зашевелилась.